Сейчас пример того, как мы совершаем зиярат. Самый настоящий пример зиярата, который мы совершаем. И мы его не совершаем какими-то другими образами. Мы не поклоняемся этим покойным людям, праведникам. Мы знаем, что это рабы Аллаха. Мы знаем, что это не божество, что они не обладали какой-то божественной силой. Мы, следуя сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, посещаем могилу, посещаем кладбище, вспоминаем свою смерть, делаем дуа за этих покойных. Столько всего они для нас сделали. Мы самое малое, что можем сделать, попросить у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах им даровал райские дворцы, райские сады. И просим, чтобы их шафаат, судный день, их баракат, баракат их знаний, их усердие, их жертв на пути Всевышнего Аллаха, чтобы для нас тоже довел. Потому что баракат — это вещь, которой сомнений нет ни у кого. Мы знаем прекрасно. И знаем прекрасно, что от великих праведных людей вот этот шафаат, судный день, он тоже является истиной. В хадисах говорится, что и шахиды, мученики, праведники, салихины, алимы, даже дети, которые умерли до ислама, ничего особенного даже не сделавшие дети, просто умерли они до своего совершеннолетия, даже им Аллах даст возможность сделать шафаат. Надеясь на шафаат этих великих праведных людей, мы вот таким образом совершаем зиярат, делаем то, что не просто не противоречит Корану и Сунне, на что указывает нам и Коран, и Сунна пророка Мухаммада, саллиллаху. Нам нужно знать, и не нужно бояться. Сегодня настолько у людей страх, когда они слышат слово зиярат или что-то подобное. Это вещь, от которой мы получаем благодать. Любовь к праведным людям нас увеличивает, любовь к религии. Любовь к их образу жизни нам помогает свой образ жизни менять. Мы совершаем и дальше тоже, иншалла, будем совершать эти зиараты. Потому что все наши предки, все праведные пришли, они жили вот такими образами жизни. Чтобы мы знали хотя бы их, мы должны это совершать. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас и не лишит нас бараката, иншалла. Абдулла Хаджи. Аминь.